Всем здравствуйте, меня зовут Роман, я являюсь представителем проекта «Амбассадор» компании WebToken Profit. Сегодня познакомимся с вами с одним из участников данного проекта, Игорем. Игорь, здравствуйте. Добрый день, Роман, приятно познакомиться поближе. Да, расскажите, пожалуйста, немножко о себе, расскажите, откуда вы. Меня зовут Игорь, всем привет. Я из города Улан-Удэ, это мой родной город, Республика Бурятия. Граничим мы с Монголией, вообще это рядом озеро Байкал. Но живу в Киеве уже 30 лет. Угу. В общем говоря, у меня две родины, можно так сказать. Одна малая, другая большая. Ну, многие, да, сейчас можно жить где угодно на самом деле. Просто приезжать на свою родину. Угу. А расскажите тогда, давно ли вы работаете вообще в сети интернет? Сеть интернет для меня, она уже не нова, поскольку я бывший наемный работник, руководитель рекламного отдела крупного города Киеве, и тогда я стал сталкиваться с интернетом по работе, поэтому уже давным-давно знаком. Угу. На самом деле. Как вообще познакомились с сообществом WebToken Profit? Сообщество WebToken Profit для меня сейчас уже это моя жизнь, часть жизни, да, скажем, до и после, есть такое понятие. Познакомился я больше года назад мы заходили, ну, сейчас все пытаются, многие пытаются развиваться в интернете, и многие ищут какие-то определенные заработки или проекты в интернете. И таким образом я лично решил пополнить свой портфель инвестиций, и столкнулся буквально случайно с проектом WebToken Profit. Решил познакомиться с основателем, руководителем проекта, да, сообщества, Искандером Хасановым, и вышел к нему на связь в скайпе. Я был удивлен, когда он вышел со мной на связь с камерой, поговорили, ну, очень душевно. Он мне сразу дал искру, да, он сразу меня оживил. Я понял, что я с этим человеком вот хочу просто дружить для начала. Вот. И вопрос за вопросом, и я получал ответы, ну, достаточно для меня очень такие волнительные, потому что я загорелся, вот реально. Ну, на самом деле, соглашусь с вами, потому что сегодня вообще работа в интернете, она, ну, очень, я бы сказал, актуальна, да, и люди действительно пытаются найти какие-то пути решения, может быть, своей жизни. И, ну да. Лично для меня тоже, в принципе, когда вот мы там приходим в сообществе WebToken Profit, очень много различных проектов, в которых мы можем участвовать, достаточно очень много интересных, да, проектов. И у каждого из нас есть свои какие-то, наверное, цели и задачи, в общем-то, да, в том числе и в самом сообществе, и в самом проекте в каком-то, который нам, может быть, нравится. Есть ли у вас какие-то свои, может быть, цели именно в сообществе WebToken Profit? Разобрав вот реально концепцию, да, проекта, я, конечно же, уже сейчас имею свои цели, имею свое видение, то, что, к чему я хочу вообще стремиться, уже стремлюсь путем направлений, да, различных направлений нашего сообщества. И они для меня вот сейчас очень-очень, ну, до такой степени теплые, что я этим уже живу, вот, честно. Говоря вот откровенно, просто мне все нравится и все по душе. Я лично построил цели уже жизненные свои. Ну, материально это понятно, да, по материальной цели, там, богатство. Мы все же люди, богатство нам всем нужно. Ну, вот, но у меня уже, конечно, выстроились цели достаточно более глобальные, на самом деле. Вот я недавно был на Байкале очередной раз. Что меня удивило, я по дороге домой встретил полянку, где жили дикарями люди, палатки, место для костров. И были выложены пожелания Байкалу камнями, да, прям вот так красиво, мне даже снял видео. И я был удивлен, что на этой стоянке не было ни одной соринки, ни бумажки, ни пластиковой бутылочки.
все было так чистенько, как будто бы вот какой-то определенный лагерь, да, здесь, ну, я был настолько удивлен, что все-таки большинство, может быть, людей сейчас затрагивает наша окружающая среда, наша природа, потому что вот реально Забайкал я переживаю уже давно, вот, и там вот неправильные водоросли пошли и так далее, загрязнение, это на самом деле влияет на экологию в целом, поэтому вот определенные цели у меня, благодаря сообществу, у меня уже такие есть. Ну, это как вот в сообществе, да, есть проекты по гуманитарной помощи, например, да? Вот, да, очень, да, по благотворительности, да. Да, да, благотворительность, вот, в общем-то, поэтому, конечно, это благое дело, я тоже, опять же, полностью соглашусь, и когда, мне кажется, что когда люди видят вот этот запал, этот огонь, да, у человека, которого устраивает всю жизнь, который работает в хорошем сообществе, да, который дает ему возможности как-то себя реализовывать, да, то вокруг этого человека появляются совершенно, ну, незаменимые какие-то люди уже, да, то есть своя какая-то точно команда. Вот есть ли у вас команда, да, своя? Конечно, да. Конечно, я на самом деле не люблю, когда много людей, допустим, приходят. Ну, это понятно, нужно, да, для построения команды, сети, организации, особенно в интернете. Но я люблю работать с каждым. Вот, почему? Потому что на самом деле нужно выстраивать доверительные отношения, чтобы бизнес шел грамотно, успешно, чтобы он развивался по правильному пути. И, конечно же, вот с активной деятельности с прошлого года я начал в конце. Ну, сначала зашел тестированно, вот, потом начал активничать в конце сентября. И вот с октября месяца моя активность перевоплотилась в команду. Ну, там уже больше 200 человек. Я думаю, что это хороший результат для, ну, для меня лично. Вот. И я думаю, что команда замечательная, замечательные мои первые линии. Разные, Россия, Украина, вот сейчас вот Монголия пошла. Монголия на самом деле прекрасная азиатская страна, там вот реально азиатские такие картинки, да, акценты, вот, и люди там, людей просто нужно расшевелить, вот поэтому и программа «Амбассадор», я думаю, что для этого и прописана, что встречаться локально. Ну, вообще, вот проекты, конечно, компания WebToken Profit, различные проекты, которые у нас есть, да, они дают массу перспектив, в общем-то, людям, как и индивидуальному человеку, так и самой команде, может быть, да, в общем-то. Как вы думаете вообще, ну, лично для вас, почему компания WebToken Profit – это перспективное сообщество? Угу. Правильно заметили, что знаете, что мне очень мощно привлекает в организацию нашу, в организации нашей, это то, что основателю удалось сплотить в одном месте, в одной атмосфере несколько различных направлений. Причем каждое направление, оно своеобразно по-своему, в каждом направлении имеется определенная такая штучка, да, никак не связано со вторым и третьим проектами, но на самом деле они связаны одной единой платежной системой. Вот это здорово. И каждый проект для каждого участника, ведь мы все люди разные, у всех определенные свои ценности, у всех навыки, привычки и так далее. И кто-то будет работать с одним проектом, кто-то с двумя, а кто-то и со всеми. Вот именно, я считаю, все инструменты, они разные, но они для большинства людей в мире одновременно. И что удалось вот действительно руководителю создать в одном месте, я бы сказал, разные, да, инвестиционные портфели. Вот можно их так назвать на самом деле. Потому что разные маркетинг-планы, они работают по-разному, но в каком-то едином большом, вот большая как планета, да, и разные страны. Вот можно такую аналогию может провести. Каждый инструмент страна, и, ну, а единая платежная система, вот одна единая платежная система, мне это очень нравится. Ну вот, кстати, да, вот эта сама единая платежная система, и вот буквально там минуту назад вы сказали о разных странах, да, это все объединяет нас все-таки, да, сама компания WebToken Profit,
она, у нее нет национальности, да, какой-то, у Точно. Нее нет гражданства, она международная компания. И для меня лично, например, самое замечательное в этом сообществе то, что нас именно объединяет вот это вот международное значение, да, той дружбы, которой мы все придерживаемся, да, неважно, с какой ты страны, неважно, на каком языке ты разговариваешь, но сообщество тебя сплочает, потому что ты понимаешь, что ты всегда можешь к кому-то обратиться, да, если тебе что-то непонятно, тебе объяснят, тебе расскажут, вопросов вообще у тебя никаких не возникнет. И вот то рвение какое-то, тот огонь, который есть у участников данного проекта, да, которые пытаются реализовывать новые проекты различные, да, обучают этим проектам, в общем-то, дает больше сил, в принципе, больше каких-то положительных эмоций, нежели какие-то повседневные наши там обстоятельства, которые происходят у нас в жизни. Но, да. Но это действительно кажется, так. Многим да. людям ага. это очень интересно. Да. И я вижу, что люди... представителям... Да, я вижу, что люди, они горят изнутри, вот реально у меня в команде есть, да, те, которые, но они раскрываются реально. Вот я знаю одно лидерское качество, если человек раскрывается, он в любом случае он сможет реализоваться, да, во многих направлениях, но я вижу, что, да, вот атмосфера, политика, там, скажем, сообщество, она дает каждому человеку вот такую возможность. Да, согласен. Это точно. Но вот как бы мне кажется, что вот представителем, да, амбассадора, стать представителем амбассадора проекта компании, проекта амбассадора, это ну, очень перспективное, как бы, такое, да, дело, скажем так. Почему? Потому что оно дает очень много возможностей каждому из нас, да. И почему вот вам, вот именно вам лично интересно стать вот амбассадором компании WebToken Profit? Ну. Я вообще имел опыт. Я имел опыт в MLM продуктовой компании. Вот, вел офис. Ну, скажем, опыт опытом. На сегодняшний день мне, во-первых, мне это очень близко. Мне очень легко сходиться с людьми. Я очень люблю знакомиться с людьми, да. Значит, локально. Имея офис, вот интересно было бы современные интернет-технологии, вот как сейчас в интернете, правильно вести команду, строить команду нужно так, чтобы люди сами к тебе приходили. Для этого нужно изучить личный брендинг, для этого нужно изучить определенные дальше инструменты и прочее. А вот на земле, вот я еще раз повторюсь, что очень много людей, которые хотят учиться, хотят учиться, да, в интернете они от интернета далеки, но на земле бы их можно было бы пригреть, значит, вовлечь в этот процесс. Ну, то есть, имея такие вот локальные, да, митапы, там, скажем, офисы, можно, обязательно нужно это делать, и обязательно для расширения нашего благого дела, благого сообщества, людей обучать, тех, которые хотят, но, ну, как бы с интернетом не дружат, но желают, как бы, ну, на земле это было бы проводить очень легко. Почему? Потому что доверительные отношения нужно создавать при тесном контакте. Я понимаю, в интернете глаза в глаза это можно делать при помощи новейших технологий, вот мы с вами, да, общаемся, но, тем не менее, большинство людей, да, старых сетевиков, там, поколения, да, моего там или старшего поколения, они ведь работали всегда на земле. Поэтому я думаю, что это очень хороший такой инструмент будет для приобщения, для обучения тех людей, которые, ну, реально загораются и хотят, имеют желание работать именно вот в нашем сообществе. Общение с человеком всегда, как мне кажется, всегда наиболее эффективнее, чем, да, может быть, какая-то та же самая, да, то же самое обучение через интернет либо посредством видеосвязи, потому что ты чувствуешь человека, да, когда ты с ним общаешься, когда ты его чему-то обучаешь, когда ты с ним разговариваешь, и вот ты создаешь некую такую, может быть, невидимую нить между вами, да, которая у вас, тем не менее, начинает скреплять.
и вы становитесь, ну, вы начинаете доверять друг другу, к примеру, в общем-то, да? Точно. И у вас появляются дружеские какие-то отношения, и работа, сама работа, она совершенно уже будет выстроена в ином ключе, то есть она будет на другом уровне, на другом этапе, в общем-то, на более совершенно верно. Сказал, да, совершенно верно, да. Я понимаю, то есть, конечно, да, стать представителем компании и стать амбассадором вот именно для того, чтобы создавать вот эти вот локальные сообщества, скажем так, для людей, которых вы готовы обучать, я так понимаю, правильно? Да, верно, верно, вы говорите, все вот то, что нужно. Но это очень актуально, это действительно на самом деле ну, нужно и необходимо людям, потому что, как вы и сказали, люди на земле, для них иногда трудно разобраться в чем-то, потому что... Я в городе Улан-Удэ, да, уже нахожусь примерно год, и встречи провожу то у них, да, на местах, то ко мне приезжают, то созваниваемся, то вот очень часто сейчас я нашел одно очень прекрасное местечко, называется, кстати, «Эмпатию эфир». Там встречаемся очень часто, очень такое, ну, тихая музыка там и так далее. Ну вот, понимаете, и для того, чтобы делать это масштабнее, конечно, нужно такое место, нужна такая программа. Отлично, что, в общем-то, идем в этом направлении. Да, я помню, это очень актуально сегодня, и мне лично кажется, что это будет очень перспективно и очень полезно участникам, да, как бы сообщества. Как вы думаете, почему? Почему это будет перспективно, почему это будет полезно участникам сообщества? Ну, полезность, может быть, банально сказано, в общении, в сближении. А сообщество внутри, оно должно сближаться. Полезность также состоит в том, чтобы наша глобальная, да, масштабная организация росла все время. Нам нужна сейчас скорость. Нам нужно, чем больше людей присоединиться к таким прекрасным инструментам, тем быстрее они решат свои проблемы. Вот реально. Я же решаю эти проблемы уже давным-давно, то есть уже практически с осени 2019 года. И тем больше станет счастливых людей на свете, вот на самом деле. Вот хочется им достучаться, докричаться до людей, давайте к нам, что же вы там разъебаете, где вы там. Вот так мне хочется, да. Вот реально. Спасибо большое, Игорь. Сегодня у нас с вами была встреча с Игорем, с нашим представителем проекта «Амбассадор» компания WebToken Profit из Улан-Удэ. Игорь, спасибо вам огромное за сегодняшнее интервью, за ваши ответы. Прекрасно. Спасибо, Роман. Приятно было пообщаться уже так поближе. Да, спасибо всем за внимание. Спасибо большое. Удачного дня, удачного времени суток.